Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ по каталогу Oriflame. Сейчас вы на экране видите действующий каталог. У меня были товары сделаны и из этого каталога, и из предыдущего. Ну и давайте начнем. Ну, конечно же, сначала хочу все-таки поговорить о новинках парфюмированных. Вот такие вот ароматики Swedish Experience. Что же хочу сказать, я тестировала эти ароматы и даже уже себе приглядела все-таки вот этот вот аромат Blazing Warmth. Мне он понравился, для меня он вообще пахнет, честно говоря, знаете, вот каким-то сладким табаком. Я очень люблю такие ароматы, вот вы можете видеть, что я уже практически все использовала, но я его еще так и не распробовала на самом деле, поэтому я еще думаю. Аромат, который второй, Wild Hearts, честно говоря, мне не очень понравился. Он какой-то очень терпкий, какой-то... Многие говорят, что это аромат унисекс, но, честно говоря, не знаю, мне вообще он никак не понравился абсолютно. Так что буду думать и смотреть. Следующий товар, это у нас, конечно же, я заказала тональную основу The One. Eluskin Aqua Boost Foundation с SPF 20. Это у нас оттеночек, сейчас посмотрю, надеюсь, что я найду. По-моему, это какой-то естественный бежевый вроде бы. Я честно признаюсь, я уже воспользовалась этой тональной основой. Очень она мне нравится, она подстраивается под тон лица. И она... идеально ложится, поэтому прям вот я очень довольна, совсем капелюшечку надо потратить, чтобы, в общем-то, разнести по всей территории нашего лица. Вот, сейчас постараюсь сделать вам свотч, надеюсь, что получится. Хорошая достаточно основа тональная, мне она подошла, и я могу вам ее советовать с удовольствием. Так, давайте же дальше посмотрим, что у меня еще было в заказе. В прошлом каталоге были очень хорошие цены на гели для душа, и, как я и говорила ранее, я приобрела себе 5 штучек. Калифорнийский берег, в общем-то, Maldivian Serenity. Коста-Рика, Камчатка, конечно же, потому что я люблю очень этот аромат. Жалко, что нет японских церемоний, к сожалению, и голливудские мечты. Вот такие вот гели для душа, здесь всего 250 миллилитров, и они мне вышли каждый, вроде, если не ошибаюсь, по 79 рублей, то есть это очень хороший запас, вот, потому что я люблю всегда, чтобы у меня были все средства в запасе, потому что бывают разные ситуации. Так, в этом каталоге я приобрела стартовый, ну такой не стартовый наборчик, скажем так, а наборчик вместе с каталогом следующим, да, это вот водичка Divine. Я так понимаю, что данная парфюмированная вода имеет тот же самый состав, как и классическая версия Divine. Вот, здесь он называется Divine Original, поправьте меня, если это не так, вот, ну, это просто новый такой вот дизайн, достаточно стильный, интересно. Водичка, в принципе, мне понравилась, но я такие очень приторные, сладкие водички цветочные не очень люблю. Так, ну и давайте, наверное, пойдем по декоративной косметике. И в прошлом каталоге также я приобрела себе карандаш для бровей, двусторонний. Сейчас постараюсь вам сказать, там всего, по-моему, два варианта было. Не вижу здесь, как он точно называется. Ну, давайте протестируем. Вот такой вот карандашик для бровей. Ну, честно говоря, мне показалось, что он немножко такой суховатый и с таким вот напором приходится на него нажимать, чтобы он рисовал. Но, может быть, это и хорошо. Протестирую, потом обязательно вам расскажу.
Следующий продукт это была тушь Wonder Lash, объем 2XL. Очень многие хвалят тоже эту тушь. Давайте посмотрим щеточку. Постараюсь показать вам щеточку на белом фоне. Сама она силиконовая, достаточно с хорошим таким набором щетинок. Надеюсь, что она будет хороша в своем использовании. Я хотела вам показать тушь, которая у меня сейчас уже закончилась. Я как раз таки буду ее менять. Это тушь для ресниц, серия Big Lash Mascara One Color в черном формате. И, соответственно, тушь для бровей. Тоже серия On Color. Мне очень нравятся эти продукты. И, конечно же, не знаю, честно говоря, будет ли карандаш, в общем-то, выполнять свои функции хотя бы более-менее, как данная тушь для бровей. Не знаю, посмотрим. Может быть, все-таки надо было взять повторно такую тушь. Но в следующем каталоге как раз-таки выходит новинка тоже, тушь для бровей. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Давайте дальше. Так, следующая у нас помада. Помада The One Color Unlimited Lipstick. Это, по-моему, стойкая матовая или не матовая. Сейчас посмотрим помада. Честно говоря, у меня где-то был лист, где называется прям сама помадка. Там что-то со сливой связано. Я, честно говоря, уже не помню. Но сейчас посмотрим. Так, вот здесь есть название. Я сейчас вам его продиктую. Forever Plum. То есть, в принципе, дословно переводится слива навсегда. Вот, давайте посмотрим оттеночек этой помады. Очень интересный цвет такой. Сейчас постараюсь показать. Вот на белом фоне очень хорошо видно. Сама помада небольшая, но мне очень нравится эта серия. Я уже, наверное, помады 3-4 перепробовала. И по стойкости, конечно, нет равных. И, в общем-то, она не скатывается. Она остается на губах. И она не съедается практически. Вот вы можете видеть цвет помады, собственно, Forever Plum. Очень мне нравится этот цвет, он больше такой похож на цвет морской раковины. Я вот сказала бы даже, что это более-менее к естественному цвету. И прям я в восторге, очень мне очень нравится цвет, так что я не прогадала. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что же еще у меня в заказе. На самом деле сдвоенный заказ очень большой, долго рассказывать не буду. И в этом каталоге, конечно же, я заказала обновленную серию Pure Skin. У меня практически все средства из данной коллекции. Это у нас крем для умывания. Смотрите, тут очень интересно все подписано. Пользуйтесь первой единичка, да, то есть это очищение. Потом тоник второй. Третий идет матирующий крем. Кстати говоря, все средства очень маленькие, хочу, чтобы вы тоже видели. То есть они все умещаются в вашу ручку, но при этом они очень экономно используются, и их хватает, ну, на месяц, на полтора точно, даже не на месяц, а на полтора. Вот, и, собственно говоря, вот это вот трехэтапная стадия очищения для лица. Также здесь же я взяла скраб для лица, вы можете даже видеть, надеюсь, что видно, такие вот скрабирующие частички. Не знаю, видно вроде бы, смотрите, скрабирующие частички, так что очень такой приятный аромат, я уже тоже, очень приятный, конечно, аромат. Сейчас понюхаю очищающий гель. Я ранее пользовалась этой серией Pure Skin, но, честно говоря, я сейчас понимаю, что здесь какие-то новые компоненты, потому что пахнет эта серия совсем по-другому. Также я взяла 5-минутное масляное, oil control, это контроль над жирным блеском, скажем так, 5-минутная глиняная маска. И маска также для маска-пленка с углем. У меня уже была такая маска, мне она очень нравится. Вы, наверное, видели в некоторых видео,
эту самую масочку. Она очень классная, она подтягивает, в общем-то, имеет антибактериальный эффект. В общем, очень хорошая серия, она обновленная. Я прям рада, что я ее все-таки заказала. Вот, и буду ей обязательно пользоваться. Та самая старенькая, скажем так, серия Pure Skin, она имеет, конечно, другой аромат, но этот совсем иной. Ну, такой более интересный, конечно, что-то новенькое. Так, пока у меня не села батарейка, я еще покажу вам несколько средств. Это, конечно же, я заказала также в прошлом каталоге, была хорошая цена на маски, тоже двухэтапные, две штучки, вот такие вот из серии Pure Skin я взяла. И тоже двухфазная маска с разогревающим эффектом. Вот. Также у меня в пробниках есть Everlasting Zinc Foundation с SPF 30, тональная основа, и кремушек Novage Экологен. И также я приобрела по хорошей цене вот такой вот очищающий спонжик для лица. Вот, собственно говоря, это был весь мой заказ. Он достаточно большой. Вот. Я надеюсь, что, может быть, какие-то видео с масочками я буду делать. Вот. Но также следите за мной в Инстаграме. Если у вас есть какие-то комментарии, то пишите, оставляйте под этим видео. Вот. Также, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением от новых парфюмов компании Oriflame. Всем пока-пока!